В руках книга социолога Джона Ури, которая называется «Социология за пределами общества. Виды мобильности для 21-го столетия». Эта книжка была одна из первых текстов, важных текстов по социологии, опубликованных в начале нового тысячелетия. Книжка вышла на английском языке в 2001 году. И те вещи, о которых Ури говорит, сегодня, пожалуй, нам хорошо знакомы, и мы можем проследить в этой книге источник этих идей, этих мнений и того описания мира, к которому мы сегодня уже все привыкли. Ну и отдельно я бы хотел отметить, что книга издана в издательстве Высшей школы экономики наряду с несколькими другими очень важными и замечательными текстами, которые в последнее время опубликованы. Ну и поскольку я тоже к этому издательству некоторые отношения имею, мне вдвойне приятно держать этот текст в руках. Ну, если говорить о том, почему этот текст важен сегодня, это связано с тем, что, по сути, спустя 11 лет мы оказались именно в том пространстве социальном, интеллектуальном, концептуальном, как угодно его можно называть, который прогнозировал и описывал Ури, опираясь на те тенденции, которые были доступны наблюдателю в конце 20 века. И главная из этих тенденций – это преодоление рамки национального государства, становление некого пространства над отдельными обществами. И именно на этом тезисе, на этой идее Ури строит свой текст. Если вся традиция социологии в 20 веке и начиная с конца 19 века была построена на том, что люди живут в обществах, то есть в совокупности национальных государств, связанных внутри себя определенными стандартами национальной культуры и общающиеся друг с другом как, ну, можно сказать, отдельные организмы, как сказал бы Дюргейм, то для Ури социология выходит за пределы отдельных национальных государств, образований, национальных культур. Эти культуры все более размываются. И центральная метафора, центральный термин, который Ури в своем тексте использует, это мобильность. Под мобильностью Ури понимает не только движение людей, но и движение информации, движение идей, движение товаров, движение отходов, как он об этом тоже говорит. Вот современный мир представляется Ури такими разными, различными формами номадического, да, такого кочевнического присутствия всех этих объектов в нашей повседневной реальности. Мой личный интерес с этой книгой связан, наверное, с идеей все-таки глобального гражданства, с древней идеей, которая восходит к античным стоикам, которые придумали такой термин, как космополитизм. Космополит — это гражданин Вселенной, который понимает, что всех разумных людей связывает некое единство друг с другом. Но Ури, конечно, далек от таких оптимистических взглядов на природу современного гражданства. Но, тем не менее, он говорит, что новые государства, такие как Евросоюз, они уже не стремятся создать некую единую культуру, так как это было в XIX веке, унифицировать своих граждан. Они скорее выступают в качестве неких регуляторов, которые предлагают общие юридические и экономические правила игры.